Чтобы поставить точку в вопросах о передней бабке, в общем, мы ее привезли в гараж и распрессовали. Вот перед нами лежат все эти детали, которые необходимы в передней бабке. Значит, сам корпус. Шпиндель. Для патрончика на 125. Крышка. С сальником. 113 подшипник. Втулка переходная. 309 подшипник. 7509 КО подшипник. И крышка с сальником, которая запрессовывается. Точные размеры шпинделя. Значит, здесь у нас диаметр 125. Сейчас мы проверим. Ну, чуть меньше, 123. Значит, толщина 10. Толщина 14. Здесь у нас под крышку и под сальник 26. Здесь у нас под подшипник 113 16. Потом идет под подшипники 309 и 7609 КО. Вот 105. Здесь у меня втулочка стоит, это мой косяк. Надо было длиннее протачивать. То есть длиннее должен быть шпиндель вот как раз до сюда. Это я уж когда уж потом понял и решил не перетачивать шпиндель, а просто сделал втулочку, чтобы у нас упирался шкив. Ну и диаметры. Диаметр 75. Это у нас подшипник 113 внутренний. Диаметр 45. Это у нас 309 подшипник и 7609 КО. Это у нас радиально упорный подшипник. Он как функция радиального и упорного. Так. Этот диаметр у нас 40 под шкив и резьба. Резьба М40. Шаг 2 должен быть. Ну, я бы советовал бы не ставить бы радиально упорный подшипник. Для такого станка вполне подойдут и вот 2309 подшипника. И между ними втулочку. Ну, я как бы нашел все эти подшипники, поэтому сделал с радиально упорным. Здесь диаметр 95 и 3 отверстия для крепления патрончика. Занижение на 4,5 миллиметра, диаметром 60. Наружный диаметр подшипников 100. Это у нас сальник, который запрессовывается. Ну, тут мы немножко уже, когда выпрессовывали, сломали, придется новый делать. Это капролоновый сальник. Это крышечка, которая запрессовывается вот сюда. А с этой стороны у нас вкручивается крышка. И тоже стоит сальничек капролоновый. Двадцать шесть. Внутренний 45 по скользящей.
55, 85, толщиной 26. Так, и размеры самого корпуса. Наружный 120, внутренний у нас должен быть 100. Глубиной 120. Здесь у нас упорный буртик. Диаметром 87. И толщина буртика 7 миллиметров. И резьба здесь у нас М100-102, шаг 2 или... Да, по-моему, так. Так. Потом у нас идет вот такой подшипник. Пойдет. Так. Потом у нас идет вот такая втулочка. Просто вставляется. И вот такой подшипник. Закручиваем крышечку. Пора уже ставить болтики. Так, теперь. Так. Все, да? Наверное, все. Вот. Ну все, собрали.